Пятница. Раннее утро. АБК копрового цеха. На смену ИТРовцам, у которых сегодня выходной, пришли специалисты по химобработке. Через несколько минут здесь начнется полная дезинфекция территории и особенно рабочих мест сотрудников. Генеральную уборку начали, что называется, с порога. Обрабатываются все поверхности в помещении, то есть это стены, пол, столы, там, где люди соприкасаются руками, потому что передается как при дыхании вирус, так и при помощи рук. А в зданиях и офисных помещениях особое внимание уделяется системам вентиляции и кондиционированию воздуха. Санобработка мест общего пользования проходит с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. От этих людей в масках не спасется никакая инфекция или бактерия. Раствор называется Deobacter. Действующее вещество – это частично аммониевые соединения. Действует на бактерии и вирусы. Используем режим специальный, который убивает в том числе вирус COVID-19. Обеззараживание производится в течение 60 минут, затем раствор необходимо смыть с поверхности холодной водой. Работы по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведутся на Северском трубном заводе по инициативе управляющего директора и по согласованию с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора, и будут продолжаться в плановом порядке. В каждом АБК наших подразделений, цехов, что Т1, Т2, основные цеха, как бы копровый цех, вот сейчас идет в данный момент, СПЦ пойдем дальше, то есть во всех АБК. Там, где у нас массовое скопление людей бывает, там, где у нас люди больше всего находятся. А еще на предприятии в рамках профилактики COVID-19 выдаются средства индивидуальной защиты, регулярно проводятся измерения температуры бесконтактными термометрами, также рекомендована антисептическая обработка рук, строгий масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Благодаря всем этим мерам работа на предприятии может проходить в спокойной обстановке. Ксения Балденкова, Максим Исаенко, Алексей Крепанов, новости 11 канала.